Всем привет! Мы сейчас с Абадель. И мы идем на учебу. Идем в университет. Сегодня мы сдаем нашего робота. Я надеюсь, что мы его сдадим, а может и не сдадим. Посмотрим. Смотрите, это список студентов, которые получают студенческие карточки. Смотрите, сколько тут Гарсия, сколько здесь Хидалго. Это как наш Филиппо. На Лопусе. И Родригес. Очень много. Все, мы с ним на паре, мы испытываем нашего робота. У нас, в общем-то, все работает, но в самой программе мы неправильно все ввели. Ну, то есть не так, как нужно было, как хотел преподавать. И он сейчас сидит и решает эту проблему, но он ничего не может решить. Поэтому у нас все было правильно, а он хочет как-то по-другому. Пока что у нас все работает, у нас реально робот все делает, только нам нужно поменять немножко градусы поворотов, потому что робот наш уходит в сторону сильно. А в общем-то все работает. Ну не знаю, что-то хочет еще преподаватель. Надеюсь, он передумает и скажет, ладно, сдавайте так уже и все. За 30 секунд наш робот справляется, но немножко нам нужно подкорректировать. Но не справляется. Да нет, нам нужно подкорректировать только градусы поворота. Все. Все, мы топаем домой. У нас не получилось сдать робота по одной простой причине, что нужно сдать это на следующей неделе. Потому что у нас не хватило времени. Мы снова зашли только за багетом. Хотя мы с тобой едим, это просто ужас. Мы каждый... Просто у нас вообще не было еды в начале недели, что хочешь. Мы через день приходим в супермаркет и закупаемся так основательно. Не знаю, потому что сумки тяжелые, а вроде как дома сидишь, вроде особо ничего не ешь, а холодильник пустой. И все равно нужно его пополнять. Такой вот у нас красивый городок, где мы учимся. Значит, маленький, комфортный. Сабадель называется, классный вообще. Пришли домой, все, мы дотащили эти просто огромные пакеты. У меня был такой тяжелый пакет, мне кажется, он весил где-то 10 кг, если честно. У Димы еще тяжелее. Вы, наверное, думаете, что же там накупили такого большого? Мы сейчас покажем. Молоко. Апельсиновый сок. Два багета. Круассаны с шоколадом. Тортильяс, фарш с говядиной и свинины, хотя я хотела просто говяжий, но взяла такой, случайно. Маленькие куриные филешки, яйца, огурца, кукурузские, орео, греческий йогурт, тлины без косточек, две пачки просто соленых чипсов, два камамбера, соус йогурт, хотя это Дима захотел, я его уговаривала не брать. Сыр Филадельфия. Это все, что мы купили, и все это нам обошлось 30 евро. Хоп, у нас уже вечер, мы уже давно учились, вот где-то 5 часов делали домашку нашу, которую нам сегодня нужно до 12 сдать, и мы ее сделали и уже сдали. Все, не беспокойтесь. Мы еще ее в 9 сдали. Да, мы успели. Сейчас 10, даже пол 11. Вот. И я сейчас сделаю такой анонс. Мы обязательно запишем видео, в котором мы дадим свои советы путешественникам в Барселону. Где можно сэкономить, куда вообще можно не ходить, куда нужно пойти, куда обязательно нужно пойти.
где классные бары, где жить, что кушать. В общем, мы все-все расскажем, что мы здесь накопили, что мы здесь узнали. Все будет. Видео выйдет не скоро, потому что его нужно записать, его нужно смонтировать. Это видео сложное, там куча материала, нам правда есть что рассказать. Угу. Ну, через дней 10-11 примерно. Как только мы приедем домой, у нас будет свободное время. Мы обязательно запишем такое видео. Да, сейчас у нас физически просто нет времени из-за учебы. Так что ждите это видео, я вам обещаю, оно будет супер полезным. Вот тем, кто захочет поехать в Барселону, обязательно будет полезным это видео. И вообще, возможно, мы возьмем это за традицию и запишем такое же видео в Риге и в Берлине. И запишем видео про Рим, про Париж. Ну, про Рим и Париж мы не очень много знаем. Да, мы там много были. А вот в Барселоне мы очень опытные. А мы здесь уже местные. Да. А на этой веселой ноте мы с вами попрощаемся. До завтра. Смотрите нас. Завтра будет интересно. Всем пока. Пока.